Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 384. Запишите сумму в виде произведения. Первое. Перед нами сумма одинаковых слагаемых. Сумму одинаковых слагаемых можно записать как произведение. 6. И теперь сосчитаем, сколько этих слагаемых. Этих слагаемых 8. Значит, 6 умножить на 8. Второе. Перед нами сумма 5 девяток. Тогда эту сумму можно представить в виде произведения 9 умножить на 5. Третье. Перед нами сумма одинаковых слагаемых, причем каждая из этих слагаемых – это n. Тогда эту сумму можно представить как n умножить. Посчитаем, сколько слагаемых. Слагаемых 7, значит, n умножить на 7. Четвертое. Сумма 101 двойки – это 2 умножить на 101. Пятое. Сумма m пятерок. 5 умножить на m. И шестое. Сумма k слагаемых, каждый из которых m, это будет равно m умножить на k. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.